Добрый всем день! Я рад вас снова видеть на наших хоровых эфирах. И сегодня у нас в планах рассказ о хоре любителей пения, ее работе с ним и ее преподавании в консерватории и воспоминания, какие-то вот очень интересные моменты и практические, и личные, насколько это возможно. Анатолий Иванович, вам слово. Добрый день всем. Вдогонку к прошлому нашему разговору могу сказать еще следующие вещи. Во-первых, отвечая на вопрос, мне удалось раздобыть несколько видеозаписей с участием Елизаветы Петровны. Они относятся и к хору любителей пения, и к репетиционному процессу, и к концертному процессу. И даже есть одна видеозапись из занятий в классе. И эти записи вы можете послушать после нашего разговора. Я их выложу ВКонтакте в группу, и они будут в общем доступе. Так что, кому интересно, пожалуйста, есть. Теперь еще несколько вещей, касающихся нашего разговора. Вот я заканчивал на не очень радужной ноте биографии Елизаветы Петровны. Это увольнение из капеллы в 1961 году. И как бы негодовал скорее, да, почему Елизавету Петровну, при том, что она блестящий хормейстер и 30 лет отработала с этим коллективом, почему ее не назначили главным дирижером и почему от нее в итоге избавились. Вы знаете, я думаю, это лишь мое предположение, что здесь сыграл роль гендерный признак, потому что в Советском Союзе бытовало мнение, что дирижер — это мужская профессия. Дирижер симфонического оркестра — только мужская профессия. Но исключение Вероника Дударова, наверное, насколько я помню, единственная из знаменитых дирижеров. И хормейстер в меньшей степени мужская профессия, но на такую ответственную должность главного коллектива Петербурга, Ленинграда тогда, женщину не могли назначить. Думаю, что в этом кроется какая-то правда. Но Елизавета Петровна, да, и еще один момент. Хочу отметить, что Елизавета Петровна, я об этом не говорил в прошлый раз, но она является первой женщиной-хормейстером в Советском Союзе. И, собственно, когда она поступала в консерваторию в 30-м году, Михаил Георгиевич Климов, ее учитель, он сначала сказал ей: давайте подождем, потому что непонятно, такого прецедента еще не было. И пришлось год ждать. Елизавета Петровна готовилась, и только после этого Михаил Георгиевич сказал: да, Елизавета Петровна, вы достойны консерватории, поступайте. Вот. А Елизавета Петровна своей жизнью и своей педагогической деятельностью как раз доказала то, что не только мужчины могут становиться дирижерами. У нее было достаточно много женщин, обучавшихся в ее классе в консерватории, но это все относится к 20 веку. Конец 20 века и 21 век в классе учились только мальчики. Вот как-то так получилось, что она брала только мальчишек. Значит, теперь следующая вещь. Вот мы действительно подошли к ее двум главным ветвям творческой жизни. Это преподавание в консерватории и хор любителей пения. Я думаю сделать так. Сначала мы поговорим про консерваторию чуть-чуть. И в качестве преамбулы я хотел бы прочесть список учеников. Я считаю, что мы можем потратить на это время. Он достаточно обширный, но я, естественно, не полный. Я не всех перечислю. Но если мы сейчас произнесем эти фамилии, мы все с вами ощутим масштаб ее творческой, педагогической деятельности. И это будет, думаю, что лучшим воспоминанием о ней. Да? Итак, я начинаю. Симфонические дирижеры. Я стараюсь более-менее в хронологическом порядке пойти.
Симфонический дирижер Александр Сергеевич Дмитриев, 1958 года выпуска, главный дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, много лет руководивший им и, слава богу, до сих пор здравствующий и дирижирующий. Дмитрий Китаенко, 63-го года выпуска, сейчас живет в Швейцарии, он уехал там в 90-х годах и сменил очень много оркестров, где был главным, в частности, в Московской филармонии до отъезда, Франкфурт, Берген, Берн швейцарский, Сеул и сейчас, в данное время, слава богу, живущий, здравствующий в Швейцарии. Тимур Мэнбаев, уже покинувший нас, главный дирижер Оркестра Республики Казахстан. Александр Анисимов, в прошлом главный дирижер Большого театра Беларуси и Симфонического оркестра Республики Беларусь, но дирижирующий во многих городах, не буду перечислять. Последний из его работ в России – это был Самарский театр оперы и балета. Дальше. Равиль Мартынов. Ну, к этому имени я с особой теплотой отношусь, потому что это мой профессор, преподаватель кафедры симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории, и я ему обязан очень многим тем, что я сейчас занимаюсь этим делом. Равиль Энверович много лет возглавлял Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, и лучшее подтверждение его деятельности, то, что за этим оркестром до сих пор закрепилось негласное название «Мартыновский оркестр». Это колоссальной энергетики, колоссального знания и совершенно необычный музыкант в череде дирижеров 20 века, который прожил, к сожалению, очень недолгую жизнь. Дирижеры должны жить долго. Дальше. Дмитрий Дмитриевич Хохлов, давний и бессменный руководитель народного оркестра имени Андреева. Это лучший, первейший коллектив русских народных инструментов в нашей стране. И Дмитрий Дмитриевич многие годы им руководит. Дальше. Алексей Степанов, к сожалению, умерший, долгие годы был дирижером Большого театра в Москве. Роберт Лютер, 72-й год выпуска. Дирижер Кировского театра, дирижировал в Вене, в Уфе. И в Петербурге он работал в театре Санкт-Петербург-Опера, руководство Юрия Александрова. Дальше. Два имени, которые говорятся все время через дефис. Владимир Зива и Андрей Борейко. Это однокурсники и друзья 79-го года выпуска. Замечательные дирижеры, тоже не буду перечислять их многочисленные работы, но насколько я вот знаю, что Андрей Борейко, по-моему, сейчас дирижер в Дании, в оркестр, так называемый оркестр Ютландии. И Владимир Зива, последнее его место работы, это был Краснодарский оперный театр, насколько я помню. У меня могут быть устаревшие сведения, я сразу говорю, не все знаю, может быть, что-то изменилось. Дальше, замечательный Александр Верещагин, хормейстер 72-го года выпуска, который подавал большие надежды в плане именно хорового дирижирования. Он был хормейстером на хоре любителей пения, хормейстером капеллы, кстати говоря, какое-то время, и руководил хором дирижеров, существовал такой коллектив в Ленинграде. Но он эмигрировал, уехал в Штаты, и сейчас до сих пор здравствует и работает, он создал русский оркестр в городе Сан-Франциско. Дальше. Андрей Аниханов, 88-го года выпуска, многолетний главный дирижер Малого оперного театра и ныне работающий в Волгоградском оркестре. Андрей Шевчук, один из самых талантливых дирижеров, которых я застал лично. Я думаю, что как бы люди моего поколения, многие его помнят, это просто была звезда консерватории. Его потрясающая энергия и колоссальная как бы тяга к учебе, тяга к работе, его выступления на конкурсах, он постоянно создавал капустники и так далее. Но вот, к сожалению, вернее, наверное, к счастью, он эмигрировал во Францию, и его города — это Тулуза, Лион и Париж. Сейчас он дирижер в одном из оперных театров Парижа. Глеб Скворцов, Женева, Швейцария, университет, главный дирижер.
Дальше мы... А, еще, чтобы не забыть, да, Константин Салтыков, Челябинский театр оперы и балета, Игорь Вербицкий, дирижер театра мускомедии, а в настоящее время дирижер Воронежского оркестра. И вот теперь моего поколения дирижеры, вот мои однокурсники в частности, ну, наверное, самое знаменитое имя – это Василий Петренко, один из выдающихся дирижеров мирового уровня сейчас. Не буду перечислять его заслуги, но вот в недавнем прошлом он был главным дирижером оркестра «Осло» и одновременно пожизненным дирижером оркестра «Ливерпуля». Эта должность в Европе дается крайне редко, чтобы был пожизненный контракт. Но, тем не менее, Василий с будущего года уезжает из Ливерпуля и становится главным дирижером Лондонского филармонического оркестра, если, дай бог, нас минует эта эпидемия. Дальше. Мой еще один однокурсник, Андрей Лебедев, однокурсник и друг, руководитель, в свое время работал в Краснодарском оперном театре и в Сочи, сейчас дирижер «Новая опера Москва». Михаил Побузин, долгие годы был дирижером и хормейстером Малого оперного театра, сейчас дирижер Ростовский оперный театр. Теперь дальше младше меня фамилии. Максим Алексеев, руководитель губернаторского оркестра Санкт-Петербурга. Алексей Ньяга, замечательный, которого тоже, наверное, многие знают, дирижировал в Малом оперном театре. Он мой помощник в симфоническом оркестре Карельской филармонии, и он же дирижер Самарского оперного театра. Евгений Хохлов, уже пошло поколение Next. Это сын Дмитрия Дмитриевича Хохлова, тоже избравший дирижерскую профессию. И ныне он руководитель, вернее, он главный дирижер Самарского оперного театра. Павел Петренко, дирижер Мариинского и Михайловского театров. Вот это я только перечислил тех людей, которые избрали для себя симфоническое дирижирование. Быстренько по списку хоровых деятелей. Валерий Успенский, профессор, заведующий, многолетний заведующий кафедрой, руководитель хора Санкт-Петербургской консерватории. Владимир Семенюк, те же посты, но в Гнесинке, в Академии музыки имени Гнесина в Москве. Андрей Петренко, многолетний хормейстер Мариинского театра, и, кстати говоря, и дирижер тоже и Мариинского, и ныне в Михайловском театре он дирижирует. Дальше. Большая плеяда прибалтийских дирижеров и литовцев, и латышей, и эстонцев. Вот самый известный из эстонцев — это Куна Аренг, патриарх хоровой Эстонии, ее ученик. Дальше. Николай Корнев, руководитель и дирижер Петербургского камерного хора. На протяжении больше, чем 40 лет уже. Он создал этот хор. Борис Абальян. Он не учился у Елизаветы Петровны в классе, но он учился у нее в аспирантуре. Представлять его, я думаю, никому не надо. Алексей Степанов-младший, хормейстер Большого театра. Дальше пошли хормейстера различных театров. Леонид Тепляков, хормейстер Мариинского театра. И здесь же надо отметить Дмитрия Валерьевича Рауко, долгое время руководившего детским хором Мариинского театра, и Павла Петренко, который тоже занимал должность хормейстера. Это сын Андрея. Дальше. Малый оперный театр. Ну, здесь просто череда хормейстеров, учеников Елизаветы Петровны. Михаил Травкин, Алексей Дмитриев, Михаил Побузин, уже упоминавшийся, и Александр Чеплинский. Все они в разное время были хормейстерами, а Михаил Травкин был главным хормейстером Малого оперного театра. Дальше. Вадим Пчелкин, замечательный дирижер, создатель хора мальчиков Санкт-Петербурга, создатель, бессменный руководитель. Уникальность его хора — это огромная структура. И уникальность его хора в том, что он брал всегда мальчишек без отбора. Есть у них слух, нет слуха, неважно. Все равно они были. Дальше. Ольга Захарова, руководитель хора «Петербургские серенады» в недавнем прошлом. Игорь Грибков, руководитель детского хора «Телевидение и радио». Антон Максимов, доцент кафедры Санкт-Петербургской консерватории. Также там же работал Александр Федосцов и работает сейчас. А работал раньше Николай Ефимов, талантливейший хормейстер, к сожалению, рано ушедший из жизни. Дальше. Композиторы представлены замечательными фамилиями. Анатолий Королев, всем нам известный, класс Елизаветы Петровны. Виктор Плешак и Сергей Плешак.
не обойду своим вниманием и эстрадных исполнителей. Знаменитый Григорий Клеймец, ученик ее класса, и Теймураз Кухолев, создатель вокально-инструментального ансамбля «Арера», знаменитого в советский период, тоже учился у нее. Певцы. Владимир Филинчак, Олег Лосев, Артем Мелехов — это все певцы Мариинского театра. И так далее, так далее, так далее. Я сейчас, как бы, надо заканчивать, да, я не перечислил всех, я прошу прощения, если я кого-то... А, Владимир Саныч Дашковский, конечно же, наш тоже знаменитый, любимый педагог. Прошу прощения, если кого-то забыл, но, тем не менее, вот одно только перечисление, а я думаю, что я перечислил примерно половину учеников, он уже занимает большое время. И, в общем, мы ощущаем, насколько велик ее вклад в музыкальную культуру России. И я уверен, что вряд ли кто-нибудь из других педагогов может похвастаться таким списком. Пожалуй, только Илья Саныч Мусин, тоже многолетний профессор Санкт-Петербургской консерватории на кафедре оперного симфонического дирижера. Вот таким образом. Поэтому большая честь была войти в класс Елизаветы Петровны, и я сейчас кое-какие воспоминания приведу, начиная с 93 по 98 год я учился, и вот в этот период приблизительно плюс-минус активно учились у Елизаветы Петровны около 17 человек, да, это 4 курса старше меня, 4 курса младше меня. Ну вот кое-какие вещи по нашей внутренней кухне могу сказать. Занятия проходили в понедельник и в четверг с 10 до 15, как обычно сейчас, в общем, это же время для специальности сохраняется в классах. Очень важный момент. В классе Елизаветы Петровны присутствовали всегда все ее студенты с первого по пятый курс. И, кстати говоря, много было приглашенных. Это не значит, что все прямо приходили ровно к 10 и уходили ровно в 3. Нет, существовала некая иерархичность, и в 10 приходили, как правило, первый, не как правило, а обязательно первый курс. Ну, более старшие подтягивались чуть позже. Но, тем не менее, я вот за свою практику, я не помню, чтобы я дирижировал в пустом классе. И это очень важный момент. Я как бы тоже стараюсь всегда своим ученикам говорить, что посещайте другие классы, потому что дирижер с малых лет должен понимать, что на него всегда смотрят и его всегда оценивают. К этому надо привыкать. И чем больше в классе разных людей и людей посторонних, к тому же, тем лучше для учебного процесса. У нас были замечательные концертмейстеры Наталья Богдановна Микушева и Галина Георгиевна Сенина. Они до сих пор работают в консерватории. Удачи им и здоровья. Мы их вспоминаем с большой теплотой всегда. Но могу сказать, что любой из нашего класса в любой момент мог сесть со фортепиано и играть, выполнять функции концертмейстера без ущерба для учебного процесса. Практически были исключения, кто-то владел роялем похуже, но в целом, я думаю, что это... Я даже помню, что Елизавета Петровна давала некий перерыв нашим концертмейстерам попить кофе, вздохнуть, а мы садились и продолжали работать. Тоже важный момент. Значит, как проходили занятия? Елизавета Петровна просила всегда начинать с игры партитуры, а потом было дирижирование. А игра, конечно же, не каждый раз, не все приносили игру, и Елизавета Петровна чутко всегда реагировала. Если она видит, что студент раз не принес, два не принес, три не принес, так она уже говорит, что сначала так оставила, говорит: «Масечка, ну, наверное, тебе поиграть надо». Да? Мы уже чувствовали себя пристыженными, естественно, как бы несли игру. И дальше дирижирование. Значит, что касается мануала, это очень важная история, и вот в чем она заключается. Дело в том, что я не могу сказать, есть ли у Елизаветы Петровны какая-то своя особая дирижерская школа. Вот нету. Она учила каким-то универсальным вещам, и достаточно просто сравнить дирижеров, вышедших из ее класса, чтобы увидеть, насколько они все разные. И вот это то же самое, кстати говоря, опять же сравниваю с Ильей Александровичем Мусиным, который учил и Чернушенко, и Гергиева, и Тимирканова. Три различных мира совершенно.
Так вот, вот по своим ощущениям, Лизавета Петровна не переставляла мне руки. И, собственно, ну, понятно, что студент, поступающий в консерваторию, он уже так или иначе обучен мануалу, да, и какие-то начальные знания он получил, и умения. Вот. Но Елизавета Петровна с предельной деликатностью подправляла, а вот для меня самое главное, вот, ну, я очень зажатый был, наверное, как бы от природы, эмоционально, эмоция превалировалась тогда. И Елизавета Петровна ненавязчиво, но в каждый урок мы работали над тем, чтобы расслабить аппарат. И, собственно, я думаю, что самое главное было в следующем. Елизавета Петровна просила высказываться с точки зрения эмоций, высказываться в каком-то музыкальном смысле. И если ты знаешь, что ты хочешь сказать, то руки за тобой пойдут. Это уже вторично. Руки, в общем, данный инструмент. Если у тебя в голове и в сердце нет ничего, тогда как бы и руки не помогут, блестящие. Вот, значит, что еще могу сказать? Предельно внимательное отношение Елизаветы Петровны к звуку. Вот, кстати говоря, я на одной из видеозаписей, которые я выложу после беседы, там занимается один из студентов, играет на рояле, и, ну, несколько минут потрачено было на соединение двух аккордов. То есть там сначала был унисон, а потом аккорд. И вот Елизавета Петровна просит, услышьте, что это был унисон, услышьте, что это был аккорд. Я как бы прекрасно помню, что и в моей практике то же самое было. Мы, в общем, люди достаточно молодые и горячие, мы все время старались сделать все быстрее, а Елизавета Петровна все время остановись, подумай, услышь. И вот, да, кстати говоря, важный очень момент. Мы, это тоже, естественно, это заложено в человеческой природе, но, к сожалению, это так. Мы ведь тогда многого не понимали из того, что она говорит. Она, как бы, было много сравнений, всяких эвфемизмов в ее речи, но она старалась как бы более-менее доступно на каком-то языке нам как бы излагать свои идеи. А мы этого не понимали. Вот настоящее понимание пришло уже после. К сожалению, это, ну, тут никуда не деться. Мы говорим, зачем? Ну, зачем вот мы повторяем один аккорд, второй аккорд, один аккорд, второй аккорд. Масечка, остановись, послушай звук, послушай, как из унисона рождается аккорд. Это важно очень. И, между прочим, и это же звуковедение не только в игре, но и в мануале, в дирижировании. Тоже она обращала на это внимание. Дальше. Именно в классе Елизаветы Петровны я понял, что такое форма. Это тоже было потрачено много времени, но вот у меня отчетливое воспоминание, когда я дирижировал «Реквием Верди», проходил и «Фуга Санктус». Елизавета Петровна попросила концертмейстеров отдохнуть, села за рояль, я сел за другой рояль, у нас были ноты. И она говорит, вот, Масечка, ну, как бы вы дирижируете, она любит, замечательно дирижируете. Говорит, ну, вы же по форме как бы ничего не понимаете, да, ну, давайте я вам объясню, да. И вот медленно, методично сыграли тему, она сыграла, повтори тему, я играю тему. Так, вторая тема, ответ. Дальше, противосложение, разработка и так далее, так далее. И у меня после этого урока в мозгах такое было прояснение, что я сейчас понимаю, но я и тогда уже понял, что-то у меня изменилось. Да? Далее, Елизавета Петровна была уникальна в том, что у нее, я не знаю, вела ли она какой-то дневник дома, по каждому своему студенту, может быть, вела, а может быть и нет. Но точно ясно, что в каждом своем студенте она видела личность, и у нее на каждого студента существовал план работы. Она никому не подходила, не чесала под одну гребенку. И отношение к студентам, к своим, всегда было, ну, она была разная. Она была строгая. Конечно, мы ее боялись, особенно на первом курсе и так далее. Но мы понимали, насколько она нас любит и насколько она хочет, чтобы каждый из нас
достиг чего-то, достиг, преодолел себя, сделал шаг вперед. И, кстати говоря, еще один важный момент. Елизавета Петровна после окончания консерватории никогда не бросала своих учеников. И ученики, она старалась посодействовать, чтобы пристроить куда-то на работу, где-то там ассистентом. Или и потом ученики делали карьеру тоже во многом благодаря стартовому пистолету Елизаветы Петровны. Далее. Еще один важный момент, я не могу о нем не сказать. Вот существует такое понятие клановость. Да, вот был клан Кудрявцевой, клан Авенира Михайлова и так далее. Вот я и тогда был против, и сейчас категорически против этих кланов. Да, было такое сотрудничество, да, конечно, мы все гордились тем, что мы учимся в классе Елизаветы Петровны, мы тогда уже понимали, что это не просто так, и мы гордились этим. Но вот по поводу того, что классик студентам, на экзаменах студентам Елизаветы Петровны так, отношение такое, что их не будут спрашивать ни о чем, как бы элита консерватории. Так вот я вам говорю, нет. Элита не элита, неважно, но важно то, что каждый из нас был настолько готов к экзамену, что можно спрашивать о чем угодно, и мы отвечали, и мы готовились. Я не помню прецедентов, когда кто-то не выучил партитуру или выучил, но с ошибками. И так далее. То есть это, в принципе, было неприемлемо. Поэтому как бы, вот такой важный момент. Время уходит, поэтому я еще много можно говорить, но я перехожу все-таки к хору любителей пения. Тоже важный этап. Значит, мы все понимаем, что основа дирижерского обучения — это дирижирование под рояль. И слава богу, что такая форма обучения есть, потому что если подпустить дирижера, не умеющего ничего, подпустить к хору, но вы сами представляете, к живому хору, что это будет. Поэтому разминаемся на кошках, как в том фильме. Но как только появляется возможность, и как только дирижер, педагог понимает, что хормейстер готов, надо обязательно выходить к коллективу. И вот какое счастье, что был хор любителей пения, живой коллектив, который принял на себя первые удары неопытных хормейстеров и все несуразности нашей работы, аккумулирующей в себе. И насколько наша благодарность этим людям, самоотверженности их, и доброте, и теплоте, и терпению. Значит, некоторые студенты класса были хормейстерами официально. Мы не получали за это денег, это все на общественных началах, но в частности, мы с Андреем Лебедевым, вот я же 6 лет был хормейстером, Андрей там подключился чуть позже, 3 года был. Вот. Но это значит, что мы 2 раза в неделю работали с хором, но существовала каждый год и даже не один раз в год система классных концертов. Разучивалась определенная программа, и все ученики класса, ну, кроме тех, кому еще, наверное, первый курс Елизавета Петровна считала, что не надо подходить к хору, но это исключение, опять же. Все ученики класса участвовали в этих классных концертах, дирижируя по одному или по 2 сочинения. Эти концерты, как правило, проходили или в Смольном соборе, или в Государственной академической капелле, что для нас было очень важно, потому что эти 2 большие площадки, и это мы участвуем в настоящей работе, настоящего хора, настоящих концертах. В первую очередь, конечно, из-за этого, то, что она проповедовала в классе, все это перетекало на хор любителей пения. И когда мы выходили к хору и что-то репетировали, естественно, Елизавета Петровна останавливала и говорила, что вот мастика здесь не так, здесь надо и так далее. И любители все это терпели. Хор любителей в то время, вот 93-98 года, он представлял из себя большой коллектив. Я вот в видеозаписи пытался пересчитать людей. Я насчитал 99 человек стояло на сцене капеллы во время концерта. Там, естественно, был доп-состав из ее студентов. Мы всегда сами становились к хору и в нем пели. Да? Потом выходили и дирижировали. То есть коллектив большой. Коллектив непрофессиональный. То есть вопрос о строе и о звукоизвлечении, конечно, он ставился всегда, но существовал определенный потолок, выше чего любители не прыгнут. Но
Удивительная вещь. Когда к хору подходила Елизавета Петровна, вот насколько важно иметь настоящего хозяина на своем коллективе. Во-первых, дисциплина моментально собиралась. Все старались, даже, знаете, любители, Елизавета Петровна тоже применяла в общении с ними много эвфемизмов всяческих, любители, может быть, даже не понимали, о чем она конкретно говорит, но они ориентировались на какую-то энергетический посыл. И вы знаете, хор звучал замечательно. Звук хора, когда выходила Елизавета Петровна, и звук хора, когда выходили ее дураки, как она иногда говорила по-доброму, конечно же, отличался. Могу сказать, что были исполнены многие сочинения крупной формы при участии знаменитых дирижеров, да, и Александр, ну, в основном ее учеников, да, Александр Сергеевич Дмитриев, и Аниханов, и Мартынов. И это были и 9-я симфония Бетховена, и там даже «Царь Давид» Энегера, то есть более сложные сочинения, и так далее, и так далее. Сейчас не буду перечислять, и мы старались всегда вместе готовить сочинения. Были, вот в частности, мое воспоминание, я помню, что я разучивал с хором любителей пения хор Танеева «Из края в край», двухорный, очень тяжелый и потребовавший много каждонедельной работы. И тем не менее мы это выучили, мы это спели, ну, более-менее, да, на сцене государственной компании. Так, еще у меня минута, да, я так понимаю? У нас 4-5 минут на все, у нас есть один вопрос, но мы прервемся, да? Вот есть вопрос, такой, наверное, практический. Как относилась Елизавета Петровна к традициям исполнения сочинений? Скажем, когда есть ноты, в которых написаны одни вещи, а она вживую знала автора и говорила, что вот, а вот на самом деле так. Какая это свобода в общении с нотным материалом? Это правда. Елизавета Петровна очень уважала традиции. И часто мы, ученики, ее негодовали внутренне про себя, и думали, Елизавета Петровна, ну как же так? А почему вот одно из любимых ее сочинений «Мать Божия» Павла Григорьевича Чеснокова, да? И вдруг Елизавета Петровна дает в такт «Мать Божия». Это было нормально, это было органично, и в этом была правда. Хотя в нотах написано не так. Так. Понятно. Вот еще маленький, ну такой не очень, но все-таки как сформировалась вот эта история, что в классе сидели в основное время все ученики? Это такая дань уважения или это был какой-то настрой от старших товарищей? Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос, потому что это уже было до меня. И я думаю, что это много лет было до меня. Что послужило толчком? Наверняка в начале ее деятельности такого не было. Но как это сформировалось? Вот мое мнение так. Я стараюсь не сам формировать, хотя я очень люблю, когда ко мне в класс заходят другие ученики, но не прилагаю к этому усилий. Я думаю, что это должно быть естественным. Хорошо, спасибо большое, Анатолий Иванович, за этот диптих лекции замечательный. А если у нас еще появятся какие-то вопросы, я вам их отправлю в текстовом виде. Да. Да, тогда на этом мы завершаем замечательную историю про Елизавету Петровну. И встречаемся послезавтра, в четверг, в 3:15. Тему лекции я напишу в беседе. Спасибо большое. Всем большое спасибо. Всем удачи.